Всем привет! Сегодня готовлю простые щи со свежей капустой. Очень популярный суп, который в каждой семье готовится по-своему. Приготовить его несложно, набор продуктов доступный и простой, а результат всегда радует. Для начала все подготовим. Сварим бульон из любого мяса, какой вам больше нравится. Одну небольшую морковь натрем на крупной терке. Луковицу порежем кубиками. Капусту нашинкуем соломкой. Картофель нарежем, как вам больше нравится. Я люблю брусочками. На сковороду наливаем растительное масло, пару столовых ложек. Кладем лук, морковь. Добавляем бульон 2-3 столовые ложки и жарим до мягкости овощей. Кладем 1 столовую ложку томатной пасты, можно добавить свежие помидоры. Жарим 1 минуту и снимаем. Бульон готов. Кладем сначала капусту. Дождемся, когда капуста закипит, и опускаем картофель. Варим до полуготовности овощей. Добавляем лук с морковью, томатной пастой. Варим еще 7-10 минут. Пробуем на соль, если нужно, добавляем. По желанию добавляем мясо, предварительно отделив его от косточек, на которых варился бульон. Кладем специи, черный перец, зелень. Выключаем и обязательно даем супу настояться. К такому супу идеально подходит сметана и хрустящий свежий хлеб. Щи можно приготовить на воде, они тоже получаются наваристыми и ароматными. Если вам понравился рецепт, тогда ставьте лайк, поделитесь в соцсетях или напишите комментарий. Ваши отзывы – самая лучшая награда для меня. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!